Ребят, всем привет. В общем, сейчас мы выбираем кофемашинку. Моя мама захотела какую-то кофемашинку купить. Потом мы поедем в магазин и покупать будем или боты, так как она уже начала ходить. Приехали мы домой. Сейчас покажу, что мы купили. Купили все-таки кофемашинку. Она стоила 5000. Капец, вот это чек, конечно. Да. Обувь для Мили. Моему брату купили штаны. Рамки, блин, для моего брата. Рамка для Мили. Шорты для нее, вот какие-то. Футболка. Миля купила себе какую-то выдру. Типа, не так нажимаешь, она там поет, дышит так. Прикольная, конечно, штука. Майки тоже Мильки. Ну и еда. Много еды. Короче, как я поняла, почти все деньги ушли просто на еду Милину. Тёма купил себе какую-то херню. Просто на 2 косаря. Ну вот и нахера оно надо. Норм тебе? Да. А еще я же купила себе пот, чтобы не тратить до хера денег на одноразки, но все равно покупаю эти одноразки.